Заходи на сайт рулетку csgox.ru, ставь свои предметы из Counter-Strike Global Offensive и выигрывай ставки других. Проверь свою удачу на csgox.ru. Всем привет, ребят, с вами Лего, и сегодня мы поиграем в Counter-Strike Global Offensive, в соревновательную катку с новым званием... с новым званием, забыл, как его зовут, Орленок Плюс, короче. На карте... Что там, на карте-то какой? На Мираже. На Миражи мы сейчас затащим, я надеюсь. Ну что, поляки тут? Поляки вы тут? Да. Мы сейчас на разминке играли, и все мне такие на английском, you fucking курва там, you fucking поляк. Я говорю, yeah, I'm поляк. Игра началась, и все такие говорят, а, ну что, ребят, что, все поляки? И все такие говорят, да, все русские. Go B, fast. Magazine, one magazine. Planted the bomb. Planting the bomb, guys. Окей, на шорте последний. Шорт ласт. Ласт шортуха. Good job. Guys, good job, guys. Good job, поляки. Блин, а я сначала поверил, что вы все типа на английском болтаете. И вот так вот. Ставь лайкос, если ты не поляк. Стил пистолетку по дефолту, ясно. Пацан говорит, ясно. Так, что мы возьмем-то? Петухана? Петухан, он вообще норм. Сейчас нам как пойдут враж через ковры. И все станет ясно. Смотри, никого нет на коврах, что ли? Интересно. А, блин, он меня испугал! Нету, конечно же, есть на коврах. Ебать. Вот я пересрался. Такой забей. Ну, это мой фейл, конечно, был. Но какие дробовики? Вы что, совсем, что ли? О, поляки. Поляки, вы чего? Поляки, алло. Поляки, как вы так эко-раунд бросали? Конечно. Ну потому что один какой-то даун вообще дробовик купил. Да закройте рот, дело. О, лучший проха, эсер. Я вообще не понимаю, что ты там говоришь. Ты можешь проживать свой язык, а потом начать говорить? Я думаю, ты меня понял. Ты живешь здесь, да? Да я не понимаю, что ты говоришь, честно. Тебя же поляк. У тебя как-то там все плохо. Не настроен у тебя микрофон. А, ты поляк, я понял. Че, понизу пойдем, что ли? Вы уверены, что мы пойдем понизу? Я вот не уверен на самом деле. И че, через... Опа, да. Short, one short, one short. Good job. Short, да. Go away. Ёбаный what the fuck? Ебать, он повесил, блядь. Раз. Да, закройте рот, ёпер. Элевейтор, элевейтор. Ну, сказал же. Такой гранату кидает. Газельку. Вот он навесил, да, с дигла так пил, пил, и все. Ладно, последний мой шанс это АВП. Ребят, ну с АВП-то мы должны. И все. Окей, okay, let's do this, guys. We must do this. Ой. Да как он там сидит? Как он там сидит?
короче, я ненавижу эту карту. Мираж такое говно. В окне есть, в окне я вэпер. В окне я вэпер. Вот это забей. Ну чё, ну чё? Б чисто, что ли? Понятно. Как его убили, я не понял. Ну что это такое? Ну это пиздец реально. Чё-то какие-то профессионалы, они все в голову тебе наяривают. Сразу пильк-пульк, пильк-пульк-пульк. И что? За терроров тяжелее играть или за контров тяжелее? За кого лучше играть? Гайз. Тяжело. Не знаю, мне похуй сейчас. За КТ. То есть, типа, если мы три раунда взяли, это уже подвиг? Нет. У нас бай был или чё? Нет. Да. Нет. Да. У нас ХЕ сейчас полетит в ковры. И будет нормально. И будет полная подстава. Ладно, что делаем-то? Вообще не знаю, что делаем. Я вот здесь стою как бесполезный и думаю, что я чем-то помогу. На самом деле я здесь стою, чтобы подобрать что-нибудь оружие из пацанов. Смотри, сейчас ему просто влетает в хэд сразу. Сразу влетает. Go fast, go A, go fast A. О. О. Да ебать надо голову! Найс! Да что за хуйня не везет? Коннектор у вас. Ставлю, ставлю. Ой, лучшие! Ой, лучшие! Ну а как он тебе так постоянно вывешивает-то? На, ВП. Болтом. Спасибо. Какие-то ёбаные профессионалы, я не готов с такими играть. У меня даже руки трясутся. Ох, я уже не успел, все, я не пойду туда на окно, он там будет АВЭП. Инфа сотка, что в окне АВЭП. Есть, да? Нет, нет. Ну и ладно. Надеюсь, что нету. Я Б зашел. Фига вообще. Б зашел, иду тоже. Это... Один под Б, один. Чё за бред? Сзади меня чувак с ножом был. Один Б, ребят, на машине. Ещё один, по-моему. Ещё? Хелп, хелп Б, пожалуйста. Плентую. Вот так вот. Фух, хоть какой-то раунд затащил. Вай, говорит, флеш, я своих пацанов зафлешил. Ну ладно, чё, бывает, я же должен как-то сражаться. Чё, скинуть? Скала, скала. О, спасибо. Чё, на меди... Они с закупом были или без? Один с МК. У меня тоже МК. Ага. Вот это флешка. Вот это флешка, мать его. Не торопитесь только, не отдавайте им оружки. Что вообще происходит? Вот это да. Спасибо за флешку. Какого хуя он у нас в респе, ребят? Вы ебанутые совсем, как вы пропустили, блядь. Красавцы, пацаны, все девайсы отдали. Да. Блядь, ебанутые, как вы там стояли вдвоем на миду и пропустили нам на респу, блядь? Ну, мы... Ну, что, смысл, совсем нет? Это не с ямы пришел, блядь, с спауна. Ты ебанутый? С спауна меня убили.
ты долбоёб, я с ямы бежал на респу, и наш на респе был уже, блядь, дебил ты, ёбаный. Откуда ты споришь, блядь? Русский, русский, ицполек, ицполек. Господи, Миш, ты ебанутый какой-то, как хач спорить, блядь. Я был в яме, русские, русские, курва. О, факин русский лангвич. I'm Украин. Мид, мид без головы. Мид, окно без головы. Дюпель, бомж. Гвоздь, лопух. Попал ему очень сильно. Лютый вообще, лютый. Миша, ты ебанутый, я хаешку в яме кинул. Да Миша, блядь, тащи и соберись. Миша, соберись. Хуесос ебаный. Миша, хуесос, соберись. Хорош. Хорош. Стой, блядь, кого-то, блядь. Когда я играл, он спорит, где я был, блядь. Долбоёб ебаный. Доношенный нахуй, бесит меня, блядь. Иди нахуй, долбоёб, блядь. Поносенный Миша, уходи. Бомбит, блядь. Что там вообще с... Ну зачем ты флеш-то кидаешь? Ну ты уёба! Хотя ладно, мы 5 раундов уже взяли. Давай еще 2 и все. Зукуп, давай. Зубчик. Ага, денег ни у кого нету. Вот это забей. 250, да? 250 денег? Кинул. А ты типа с 250 умеешь шатать? Давай посмотрим, я за тобой пойду специально. Как мюзик, да? Блин, что делать, а? Я вообще не знаю, что делать. Сколько у меня ассисты есть даже? Ничего себе. Я даже батька, я даже убиваю кого-то. Опс, дымок. Любишь дымок? Люби и холодок. Да не пусть синий, он справа стоит тут. Он справа? Стоит. Да. Так погнали. Душить. Сейчас. Чтобы нам было быстрее. Быстрее. Душить, гол. Ё-моё! Уже включил 3 патрона, стреляю. Ну как я вот не убил его, а? Они знают, что это Б. Гол закуп. Они знают. Они знают, погнали. Все, давайте соберемся. Мы же русские, мы должны замочить этих неандертальцев. И так уже ладу не можем делать, но хотя бы в Counter-Strike мы можем играть. Так быстрее пробегает, а он раздражает меня просто уже. Просто бесит. Минус 89 на голове. Он прибегает всегда первый. Да дай ты ему в голову, зачем ты держишь мышку-то левой по одному патрону? Ты что ты против... Ну ебать. Такой забей просто. Такой забей. Так, что у него здесь? Ну здесь все профессионалы, как и я, в Counter-Strike, походу. Конкретные профессионалы контри. А вот это что за эмблемы? Что это за эмблемы? Текущий опыт 4300. Вот это задрот. Бронзовый трофей прогноза. Фига себе они. В аномасе эти конкретные. Что-то один остался? Давай, клатч ор кик. Где-то топает, я же слышу. На миде. Клатчуй, братан. С кем они там перестреливаются-то? О боже. Валяются эмки. Он смотрит на Зигу. И убивает. Ты чё, вообще слепой, да? Наглухо. Да, я карту смотрю. Карту? Но мне АВП нельзя давать в Мираже. У меня полный днать. Мне вообще нельзя АВП давать на Мираже.
5-5 уже, давай, пацаны, надо собраться. Собраться и завтра пойти вместе в школу. Лады? Я думаю, они меня поняли. Поэтому мы идем тушить свет. Мы просто сейчас раскатаем эту катку до движухи. В окне топают. В зиге топают. В окне есть. Охуенно. Может, подсадишь как бы, не? Ну ладно. Шорт, шорт. Как можно смотреть такое, а? Не просто бомб. Убей его. На шорте коцаный. Шорт красный. Шорт очень красный. Да, я зафейлился сейчас с этим окном. Ну просто я не могу себе понять, найти место, что делать пятом в этой команде. Вот в чем проблема-то вся. Хорош, идите уже бомбу берите и идите. Откуда это было? Зига, зига. Идите на... Зига. Хорош. Ну, давай, пошли, сити, АВП. На, иди, помоги ему, друг. КТ спаун. По-моему. КТ, КТ. Чё за дебил? А он ему инфу не дает. Хорош. Зажал, как мужик, просто вниз так. Пацаны, я вообще сейчас начал делать полное говно. Не знаю, почему так. Что вы можете сказать мне, чтобы помочь мне как-то? Ясно, спасибо. Ясно, спасибо, друзья. Я всегда знал, что русские самый офигенный народ. Всегда помогут друг другу в беде. Я это знал. Ой, хорош. Ой, хорош, пойдем на уже, поможем ему, а? Смотри, что он творит. Найс, флешмен. Да, блин, че я как мясо первым ухожу? Не знаю, стрянку звоню. Выбегут. Чувак, один да, на выбежит, убей выбегут. Его. Сейчас он его минусанет, тот... Зафейлит. В окне один. Один в окне. И на А. На А перетягивайся. Блять! Я такой дурак! На Б бомбу. Бомба на А. Он слева стоит. Слева вот там. Да. Слева, да не знаю его уже, сказал же, что слева. Нет, не там слева, не там слева, не в элеваторе, а за лестницей, да. Где-то на планту он шарахается. Попробуй на лестницу подняться, и там где-то он будет слева. Беспалево. Не успеешь ты на Б же, или успеешь? Привет. Тогда лучший. Газелька, ты лучший. Лачорки. Молимся. Как я вообще не увидел? Я не знаю, это у меня иногда бывает. Если не идет игра, я начинаю устраивать вот такое вот говно полное. То есть, это мой фейл, это честно мой, извините меня, пожалуйста. Потому что мне показалось, что он топал где-то в окне. А он вообще на спланту на меня в спину смотрит. За это я могу один раунд пойти на мясо. Алло, чего вы молчите-то? Слышите меня? Нет. Так.
В окно опять как-то пойдем, да? Full buy, ясно. Но нихера не ясно. Но я не знаю, куда тут идти, честно, не знаю. Синий, иди смотри, яму пушат вроде. Яму пушат. Да это гон. Яму они пушат. Такой вот выходишь, никого нету. Так, дальше чё? Мигал красно. На шифтах. Сидим, ждем, чё? У нас еще есть время. Куда пойти-то? А? Да ё-моё! 10 хп. Да бред, реальный конкретный бред. Все. Как вот в голову, просто сразу в голову. На ходу выбежал, в голову дал. Клатч ор кик. Типа профи, ничего, вак. Ну нормально. Нормально, типа. Блин, а? Я не знаю, походу дело вот эти чуваки за КТ не помню играть на самом деле. На Б зайдем, дохнем. Некоторые их выстрелы в голову очень жестко. Понял? Ты обоссанный. Смысл тебе давать, друг? Зачем тебе высоко денег-то? Последний раунд? Какой последний раунд? Это не последний раунд, еще два раунда. Один. После этого последний. Ой, хорош, смотри, он затащил. Гол лучше драться, как тигры. Один на большем. Блять, селеватор. Оранжевый, у тебя калаш. Оранжевый, возьми калаш-то, алло. Ясно. Да, окно уже и кухня. Воу, видишь, сразу хеды, воу. Все хеды. Надо написать. All headshots. Чё такое? Просто хедшоты летят. Забей какой-то. Я просто возьму закуп брони и возьму калаш, потому что, ну, мне здесь уже все не варит. Потому что, придурок, у тебя только дроп есть. Сейчас они опять сраться будут. Я не хочу идти в помещение. Хочу идти на них. Андеграунд, андеграунд, андеграунд. Синий. Андеграунд. Хорош. Один там тащит. Один тащит, хорош. Коннектор 2. А у меня бомба. Но время еще есть. Ну коннектор 10 хп. Где он? Вы на Б будете заходить? Алло, вы что не вышли-то на Б еще до сих пор? Фу, это забей просто. Смог был. Минус 61, братан, ты ему не пополни ни пулю. А, он не русский. Два полосок Б. На, просто я сразу. Вот это лирик хуячит. Просто на. Good half. Why you so fucking professional headshotters? Все русские, боже. Why you he русские shotters? Нифига не штормят. 8-12, 7-15, 4-14, 2-11, 14-11. Вот это я понимаю. Go win, please, пацан пишет. Это он хорошо говорит, что win. Сейчас посмотрим, что на меду будет. Go win, говорит, а сам сидит, жадничает, девайс, придурок. Это А, это А. Я в конце раздам два дропа. Вот это мне влетело.
На тетрисе. Бомба Б, бомба Б, ласт бомба Б. Ласт бомба Б. Двое в ХБ. Нам нужно просто. Подождите, не лезьте, не лезьте. Отлично. Два ХП. Молодец. Пуля попасть не может. Никто там попасть не может. Вы видели, что это было? Это кошки-мышки. Жесть. Мне говорит сразу в голову. Да, это было жестоко на самом деле. Это было просто забей. Но я еле-еле затянул. Сейчас последний. Да, у них сейчас реально последний. Они на три, они на третий раз закупятся. Я согласен кстати, с этим. Че все на идете? А че ты идешь туда? А я сразу сказал, как первый раунд был, что я хожу, а понимаешь? Да мы тоже все сразу сказали. Мы тоже все сразу сказали, что всегда. Ё-моё, там на Б уже. Жаровня идет. Ладно, они разберутся. Да, они разобрались, сейчас будет бай. Сейчас будет бай у них, ребята. Их тетки, блин, все тетки. Сейчас будет просто бай. У меня есть дым, смог и зажигалка. Я опасный. Вот это у нас закуп. Закуп бога. Ладно, я встану снизу. Я сюда встану. Сверху, сверху, сзади! А, вылезли. Еще один. Хорош. Под коврами был. Маск под коврами. На голове. Перезаряжайся и гоу. Минус 73. Ой, хорош! Еле-еле он затащил свои пуколки. Но мы тоже расстреляли. Но они зашли, вот в чем вся проблема-то была. Они практически зашли. А так делать нехорошо. И сейчас я попробую зааркадить ковры. И думаю, что у меня это получится. Потому что, ну, я не знаю, что мне делать. Мне нужно как-то помочь своей команде. Мы сейчас хоть все поровну идем. Но это просто жестко. Это просто жестко. Сюда вот кинем смог. Сюда начнем выходить. Сейчас будем выходить. Яма дым. Есть. Флэшбанг. Топают, а. Клатч ор кик. Нету А, it's B. It's B. Да это Б, ё-мо, придурки. Реально, придурки. Я тащил, тащил так. Минус 3 просто залимонил. На машине. 7 хп. Ну убейте, а. Машина один. План! Машина. Ладно, я хоть отдался вовремя. Хорош. Ну я это сделал, да? Нашки просто помог. Сейчас я помог, я начинаю справляться. Я начинаю тащить. У нас уже 11-8. Я не работаю. Сколько осталось нам еще? 5 раундов. Ну это тяжело, конечно, будет. Но деваться некуда. И там зарашил, и на А поддал. Но я их убил тупо всех во флеше. Видели, они там все флешицы такие. А что делать, и стоят. Нормально, мне понравилось. Сейчас эко раунд. Нет, навряд ли эко. Будет жесткий закуп. Ясно. Яма.
В яме есть, да? Да. Топают, топают. Хорош. Коннектор, коннектор, твою рожу, кто там мимо смотрит? Это чья-то рожа смотрит. На, топают. А! Ну а последний ковраг, мне кажется. Хорош. Ты будешь выходить с ковров, нет? Ямы или ковры? Ну? Ковры. Пошел на тиспаун. Справа. На Б беги, куи-ви-ви. Успеет он за 20 секунд? Нет. Спину тебе просто. Днарионыш ты мой. 4 осталось. 4 фрага. Ну как же, надо как-то это сделать. Надо как-то это сделать. 4 еще победы. И мы затащим эту потную катку. Я, конечно, здесь такой среднячок. Но в копилку, я думаю, все равно положил что-то. Для того, чтобы моя команда... Без головы один. Да, 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 да. Девяносто три. Хорош. Ну как так-то? 4 хп, еще один. Как так-то 4 хп не добил, а? Ну вот это я дал, конечно. У них еще и закуп был. Это уже нифига не А. Сейчас чисто нет. Это Б. Бамбу не спалили, может, Б. Нет, это нифига не Б. Хорош. Хорош! Одни хедшоты, просто одни хедшоты. Так, ну чё, тащим. Но я все равно держу, я держу этот сраный ковер. Держу я этот... Как его? Как его? Дымок-то. Потому что в дыме... фу ты, какой дым, ковер держу. Потому что я сколько раз выхожу, я такой аркадный чувак. И они меня сейчас тут точно будут ждать, что я буду выходить. Коннектор, ну кто мидл смотрит, ребят? Ну коннектор, нас ну что? Нас никто не смотрел. Забейте, гребен. У нас все поменялись позиции, но стрипа пошла. Тихо. Блин, откуда здесь бот-то стоял, а? Это он что ли топал? Вроде нет, он как стоял, так и стоял. Ё-моё. Нормально. Двое, блин, фейл полный. Ну на коннекторах ходят, это просто забили. Он сам ходит, как ему надо. И в глаз не может еще попасть. Ах, обидка, обидка. Сейчас у нас денег нету. Джоб. Дроп, давай. Дроп, давай, дроп, 7 раз, давай, мут приду. Дроп. Отличный дроп. Муху можешь отдать мне, если я им скину. Братан, надо мне. Не надо мне емку, я и с мухой как батя. Чисто.
снизу может быть. Нихера не снизу. Как он сдох-то? Минус 50. Где будут? Это будет нет, А. Нет, теперь так. Еще ладно. Где последние-то? В яме. Бомб спал. Попал по нему он! Хп не дал. 10 хп. Зиг 10 хп. Не идет почему-то игра. Почему-то не идет, но одни хедшоты просто летят. Или я звание поднял, как бы вот это вот жесткое, либо что, я хрен знает. Но это все, это опять сейчас слив. Это сейчас будет слив здесь. Хотя одному про. Ой, хорош. И ты собрался убить его с этого говна? Ясно. Сколько у него хп было? То есть мне надо было его убивать, которого 10 хп ставил. Тогда мы бы затащили раунд. Но, увы. Но я опять всем не смогу дропнуть, ребят. Я могу пистолет скинуть. Да, пистолет. У кого-то там середа, слышали? 13, 17, 15, 17, 13, 20, 18, 16, 22, 17. Как мы вообще здесь что-то выигрываем? Мы ничего не можем сделать сейчас, в данный момент. Но нам еще надо 3 победы, 3. Палас один. Тихо. БКВР 2. Она не заходит пока. Она, а что будет? Давай посмотрим. Палас, сейчас выйдут. А, это быстро. А, это. Ты что, потерялся, что ли? Что-то это нифига не а. Палас, яма, это раз. Да как с этого говна-то стрелять? Никак, походу. Практически взяли, но... Я не понимаю, почему вот здесь я не смог дать минус с этого дерьмища. Чё, наконец-то бай, у меня 3200. Оп. Я мидл, ребят, заметь меня на... И I got middle. А я на... Блин, а? Все печально. Надо брать сейчас обязательно. Брать раунд. Я не знаю, как это, но надо брать. Надо просто его брать. Надо брать. Иду чисто. Тихо. Ковры чисто. Это Б. Три Б, да? Отлично. Отлично, три Б. Это что за залупа здесь была? С пулеметом. Вообще, что ли, дурак? Быстрее. Хорош, где еще один? Вот так вот. Капец, он подпрыгнул, ему сразу в жбан прилетело. Хорошо, еще два и все. И это опасные хедшоты. Просто опасные. Пацаны хорошо играют, надо будет их похвалить в конце раунда, реально. А зеленый что, рашит всегда, что ли? Но это плохо, что он рашит всегда. Тут, по самом деле, мне кажется, все более-менее ровно идут. Потому что нет такого пацана, вот как у них. В NQ с QD, где 27-7-17. Вот это нормально еще.
Ясно. А иди гуляй, Вася. Бомб на коврах, бомба на коврах была. Я вниз спущусь. Я вот здесь буду смотреть яму. Элеватор, что ли? Нет, нормально. Все, ты... Так. Аккуратно там мигал зеленый. Раскидывай. Ковраха. А, все А выходят. Ну же. Хорош. 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 Смотри, все, у меня у всех ассисты есть. Ассисты 15. У меня больше всех ассистов. У меня 10 ассистов. 15 убийств, 19 смертей. Я думаю, это нормально. Это не совсем стрёмно, как бы, чем, назад, допустим, бегать. Вот это, вот я не знаю там. О. То есть я ассистил. Ассистил как мог. Куда они пойдут? Отсюда они уже не пойдут. Это Б, что ли? Хорош, так и знал, что он тут сидит. Я уже тоже хотел рушануть. Ну что-то как-то не вышло, страшно. Ну все, это наша катка. Это наша катка. Держи грену. Полет. Где? Вот так вот. Какой еще 50? Вы о чем? Какой еще 50? 50 лет, и он гонит, что ему 16. 50 лет и гонит, что ему 16? Да. Школьники, пацаны, у вас в стиме, не повезло. С 1 сентября будет все норм. Почему не повезло, ты тупорылый аутист, я на втором месте шел, дебил, отвалил. Ты тут, блядь, через правил за стиль, долбоёб! Ты дал он просто нахуй. Удали! Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Веселая катка. Всем пока.